наших дней. На что иду, поверь, я точно знал. Мама, я нашел свой идеал. Мы с ней пьем холодное винишко. Она для меня как родом братишка. Просто так срывает напрочь мою крышу. Сумасшедшая, ты меня слышишь? Разлучно, словно день и ночь. Она родит мне сына или дочь. И как же долго я ее искал. Мама, я нашел свой идеал. Мы с ней пьем холодное винишко. Она для меня как родом братишка. Просто так срывает напрочь мою крышу. Сумасшедшая, меня слышит. Сумасшедшая. Ребята, вот такой вот небольшой каверочек получился на песню «Сумасшедшая» артиста LX24. Если у кого есть желание разучить эту песню, скорее подписываемся на канал вон там или нажимаем на мою кнопочку, которую я поставил также на экране сверху. И подписавшись, вы уже 100% в течение этой недели получите полный разбор данной песни. Ну, хотя тут очень-очень все просто, но я также все просто вам и объясню. Как говорится, если урок был полезен, ребята, вы знаете, что делать. Ставить лайки обязательно и, конечно же, комментировать. И очень буду благодарен, если вы репостнете это видео в социальных сетях. И, ребята, делаем такую фишечку, как и в прошлый раз. Если ролик набирает 600 лайков, сразу без базара выходит следующий кавер. Вот, обещаю, все так же будет, как и с этим кавером. И в описании под видео, ребята, оставлю ссылочку на свой курс «Освоим гитару за 7 дней». У кого есть желание научиться играть на гитаре быстрыми темпами, я создал специальный видеокурс игры на гитаре, пройдя который, вы сможете уже играть таким же вот макаром, как я. Дерзайте, все внизу, ребята. До скорых встреч, пока!